18 августа вся Москва устремилась на аэродром Центрального аэроклуба СССР имени Чкалова. Москвичей не смущают трамвайные трудности. Лишь бы попасть на аэродром, лишь бы не опоздать. Патриотам дороги и близки дела сталинских соколов. августа крылья могучих и быстрых самолетов распростерлись над всеми городами и селениями нашей прекрасной Родины. Ни одна страна в мире не имеет такого великолепно оснащенного воздушного флота. Ни одна страна в мире не имеет, да и не может иметь таких летчиков, как наши сталинские соколы. Покорение воздушных пространств, проникновение в еще недавно неподвластные человеку высоты — это в духе советских людей, умеющих дерзать и побеждать. Десант парашютистов аэроклуба имени Чкалова. Молодежь столицы, в совершенстве овладевшая отважным спортом. Среди парашютистов — инженеры и студенты, артисты и слесаря. Многие из них уже совершили по 50 прыжков. Отважная пятерка истребителей. Майоры Якушин, Антонов, Кращенков, капитаны Раков и Акулин. Герой Советского Союза Александр Осипенко. Перед взлетом он дает последние указания своим боевым товарищам. Парада покидают аэродром. Сейчас они полетят на Тушино. Воздушный праздник привлек почти миллион человек. Сталинские соколы продемонстрируют свое замечательное мастерство, свою отвагу перед трудящимися Москвы, перед руководителями партии и правительства, великим вождем народов, товарищем Сталиным. Парад открыли пилоты аэроклубов. Около 200 учебных самолетов. Управляют ими юноши и девушки, молодые орлята сталинской авиации, постигшие искусство самолетовождения без отрыва от производства. Пламенные патриоты, они всегда готовы по первому зову партии и правительства пересесть на боевые машины.
учебно-тренировочные машины более высокого класса. Они обладают большей скоростью и маневренностью. Стремителен их ритм. Самолеты, напоминающие боевые машины, тоже ведут летчики Осо-Виахима. Пилоты Воейков, Потапов и Закудалин наглядно демонстрируют летное качество учебно-тренировочных машин. Самолеты гражданского воздушного флота. В них воплощены завоевания нашей техники, растущие не по дням, а по часам. Они удобны и быстры. На такой машине пассажир может покрыть за день тысячи километров. Позавтракав в Москве, он сумеет поужинать в Ашхабаде. Вряд ли вам приходилось видеть полет звена самолетов вверх колесами. Их ведут пилоты Центрального аэроклуба имени Чкалова, товарищи Исинский, Кононов и Костылев. Высокое мастерство сочетается с необычайной физической выносливостью. Прекрасное пополнение военно-воздушному флоту воспитывает авиация Осо-Виахима. Гигантская стрекоза, это автожир. Он взлетает и поднимается без разбега. Ему нетрудно произвести посадку на плоскую крышу обычного дома. Автожиром управляет товарищ Кошец. За штурвалом этих вертких и стремительных машин сидят женщины-пилоты Хомякова, Беляева и Прохорова, без отрыва от производства овладевшие самолетом. Машины словно связаны невидимым тросом. Какой каскад фигур высшего пилотажа! Этому необычайному поезду с 11 планерами может позавидовать любой кривоносовец, водитель тяжеловесных составов. В переднем планере мастер советского планеризма Ильченко. В середине поезда планер мировой рекордсменки Клепиковой. Планеры отцепились. Словно чайки, они бесшумно парят над аэродромом, образуя огромный круг. Покажут летчики военно-воздушного флота. Истребитель капитана Шолохова. Непостижимый молниеносный темп. Блестящее пилотирование мощным истребительским самолетом. Кто владеет в таком совершенстве искусством высшего пилотажа, тому в воздушном бою обеспечена победа. Раскрыв железные объятия, винтами вихрей в небо хлынув, взлетает наша авиация неисчислимой стаей клиньев. Она готова встретить вылазки на всех высотах, всех границах, чтоб килограммом ворошиловским врага заставить с неба смыться. Не зря профессия воздушная так по душе народным массам. Недаром каждый школьник-юноша мечтает стать советским асом. И охраняют мирных жителей от неожиданных событий не божьи ангелы-хранители, а грозный летчик-истребитель. Истребитель капитана Кошевого. Еще большая быстрота и стремительность. Непревзойденная четкость.
И не любят же эту машину японские самураи. Полковника Катичева и майора Головня можно смело назвать властелинами воздуха. Они демонстрируют воздушный бой. Стремясь занять наиболее выгодное положение для обстрела, каждый летчик пытается зайти другому в хвост. Трудно сказать, кто из них лучше владеет мастерством высшего пилотажа. Вот так же мастерски управляют боевыми машинами советские пилоты в воздушных боях, побеждающие врагов нашей Родины. Смертельные удары получают японские самураи от отважных пилотов советско-монгольской авиации. Небом завладела уже знакомая нам пятерка истребителей Якушина. Краснокрылые птицы летят, подчиняясь невидимой, неуловимой связи, единой воле одной динамической силе. Ученики чудесного летчика Анатолия Серова, выполняя групповой высший пилотаж, ни на мгновение не нарушают слитного строя. Убедительный показ могущества советской истребительной авиации. Чувством радости и гордости наполняются сердца миллионов советских патриотов, когда они видят в воздухе бесстрашных сталинских соколов, демонстрирующих свое мастерство и отвагу. Сильны крылья советского народа, не страшны ему препятствия, преграды, любой враг. С именем Сталина по первому зову партии правительства ринется в бой на защиту советских рубежей орлиная стая советских летчиков, и враг будет уничтожен на его же территории. Тревога! Заводским корпусам, расположенным на границе летного поля, угрожает опасность. В воздух поднялись дежурные звенья противовоздушной обороны. Тяжелые корабли неотвратимо приближаются. Точен расчет штурманов. Бомбы поражают цель. Движется вторая волна бомбардировщиков. Они сейчас завершат разгром объекта, начатый первым отрядом. Как всегда верен прицел, макет завода уничтожен. Героические дни боев за высоту Заозерную велосипедисты-хасановцы воочию видели, как советские бомбардировщики меткими ворошиловскими залпами уничтожали врагов нашей Родины. В этот день столица впервые увидела воздушный гигант СССР Л-760. Мощная машина в мире. Размах ее крыльев равен 63 метрам. 6 моторов мощностью 8000 лошадиных сил. Самолет поднимает 64 пассажира. При полной нагрузке самолет весит 45 тонн. Ведомый героем Советского Союза комбригом товарищем Громовым, он торжественно проплывает над аэродромом. Воздушный исполин легок в управлении. Посмотрите, какие необычайные виражи он делает. С восхищением любуются участники сельхозвыставки гигантским кораблем. Навстречу этому колоссу летят 3 тяжелых самолета. Воздушный десант под командованием товарища Каурова. 45 лучших парашютистов столицы. Расчет сделан. Пошли! Воздушным простором необъятной советской земли, подчиняясь бездонным моторам, днем и ночью
летят корабли, не задержат их крылья могучи, среди гор и безмолвий вновь побеждают тебе и кручи, как и годы летучих снов. Большая страна, родная страна, от моря до моря легла ты, куда не пойдешь, ты все молодежь, и все от рождения крылатый. Совершая парад, по небу плывут советские дирижабли. Патриотизм и мобилизационная готовность советских людей, безграничная преданность миллионов делу партии Ленина-Сталина, делу коммунизма – все это нашло свое выражение в празднике, который, ликуя, отметила вся страна.